Здравствуйте, друзья! Хочу сегодня с вами поделиться информацией о суперакции, которую проводит турецкая компания Ersak. Суть этой акции, что компания для нас сегодня с вами приготовила 7 потрясающих подарков. Из них мы можем с вами выбрать 5. Акция проходит с 22 января 2020 года по 26 января. Это воскресенье, 22:59 она заканчивается. Это акция абсолютно для всех, для всех партнеров компании. Если вы еще не партнер, вы можете сделать бесплатную регистрацию и стать партнером нашей компании. Вы сразу при этом приобретаете право сделать свой первый заказ с 20-30% скидкой. Итак, давайте мы с вами посмотрим, какие подарки приготовила для нас сегодня компания. Итак, какие подарки? Смотрите, сделав заказ на 560 гривен, мы с вами получаем один подарок. Заказ на 1120 гривен, мы получаем с вами целых 5 подарков. На 1680 гривен 6 подарков и на 2240 гривен 8 подарков. Таким образом, сделав заказ на 1120 гривен, мы с вами получаем подарков на 1457 гривен. Посмотрите, насколько это выгодно, насколько это здорово и насколько это щедро компания сегодня дарит нам такие акции. Итак, давайте мы посмотрим за каждый отдельно продукт. Что же она нам приготовила в подарок? Первое средство – это средство для ванной и туалеты, ванье. Общая уборка, гель для душа тюльпан, крем для волос, крем со зверобоем. Но суть суперакции, что она сейчас нам добавила, вот еще вот такие два удивительных подарка. Массажный крем и чай с марингой. Редко, я хочу сказать, что очень-очень редко кто называет уборку дома своим любимым занятием. Естественно, что вместо нее хочется делать что-то более приятное в своей жизни. Отдыхать, учиться чему-то новому, проводить время с близкими людьми, гулять. Но в жизни есть место рутины, и от нее никак нам с вами не избавиться. Так вот, дорогие мои, эти средства для уборки помогут нам сделать уборку практически незаметной, а освободившееся время потратить на себя с большим удовольствием. Еще хочу сказать, что при этом убирать мы будем с вами быстро, легко, с удовольствием. И что самое главное, мы будем беречь с вами свое здоровье, что является очень важным в нашей жизни. Все мы с вами, как женщины, мы знаем, что мы находимся с вами в зоне, ну так сказать, опасности. Это уборка, стирка, мытье посуды и так далее. Мы травим себя и свою семью всякой химией. Но у нас теперь, дорогие мои, есть выбор. И давайте мы посмотрим на один из продуктов, первый продукт, который приготовила нам наша компания. Это общая уборка. Вот в бутылочке литр. Это концентрат. Это одно из любимых средств хозяек. Это общая уборка. Мы ее используем для мытья полов, протирания твердых поверхностей от пыли, листьев растений, оргтехники, кафеля, полов, панелей, от пятен. Оно обладает очень приятным запахом. После уборки во всем доме потрясающая свежесть и легкий фойный аромат. Средство очень экономично используем. Один колпачок на ведро воды. В литровой бутылке данного концентрата у нас помещается 66 колпачков. Хватает, в принципе, на 120 уборок в доме. Кроме этого, оно отпугивает разных насекомых, жуков, мух, моль, комаров и так далее. Основной ингредиент в составе средства и вообще во всей нашей продукции, нашей компании, это мыльные орехи, которые не переносят никакие насекомые. После уборки в доме, вы знаете, хочу сказать, это потрясающая чистота и приятный запах. К тому же, после того, как протираешь пыль с этим средством, она долго не садится. Некоторые хозяйки еще используют это средство в качестве ополаскивателя для белья. Из-за его приятного запаха, оно ведь не содержит химии,
фосфата и парабена. Потому не вредно ни для рук, ни для техники. И что самое интересное, те, кто стал использовать его в качестве ополаскивателя, заметили, что со шкафов исчезла вся моль, которая тоже не переносит мыльные орехи. А в общем, это средство просто настоящая находка для каждой хозяйки. Следующий продукт, который компания нам дарит в подарок, это средство для чистки ванной и туалета. Данное чистящее средство имеет антибактериальные и дезинфекционные свойства. Особый состав разработан специально для чистки ванной и туалета. Содержащие в составе средства травяные кислоты удаляют известь и остатки мыла. Удаляют неприятные запахи и освежают воздух. Данное средство применяется для очистки душевых кабинок, унитазов, раковин, батарей, керамических плиток, мрамора и так далее. Это средство очень экономично, обладая дезинфекционным свойством против 14 видов бактерий. Применяется для обработки растений от разных заболеваний, в том числе от грибка, от всех остальных заболеваний, которые, часто болеют наши растения. Поэтому мы очень его любим использовать, особенно те хозяйки, у которых есть комнатные растения, те, которые любят заниматься садом, любят заниматься огородом. Также хочу сказать, что очень успешно применяется это средство в лечении от грибка ногтевых пластин. Продукт не содержит фосфат. Следующий продукт, который я хотела вам показать, что компания нам приготовила, немножечко больше о нем рассказать, это гель для душа «Тюльпан». О, это потрясающий гель, является продуктом с приятным, очень приятным запахом. Когда мы пользуемся этим гелем, мы сразу чувствуем такую легкость, такую бодрость после душа. Гель для душа, он еще соответствует pH 5,5 тела. Он помогает вашей коже приобрести гладкость и мягкость. Можно его также использовать для интимной гигиены, а также для купания деток. Следующий продукт – это бальзам для волос. Это прекрасный способ для ухода за волосами. Вы знаете, когда мы с вами моем голову, и потом, что мы делаем на влажные волосы, наносим бальзам, мы его держим примерно продолжительностью 1-2 минуточки. Потом хорошо смываем теплой водой, то в результате мы получаем с вами просто шелковистые, объемные и шикарные волосы. Это потрясающее средство, я уверена, что понравится каждой женщине. Следующий продукт, который компания для нас приготовила, это крем на основе экстракта зверобоя. Крем содержит в себе экстракт зверобоя, дальше витамин Е, провитамин В5 и рисовое масло. Прекрасно этот крем работает, он увлажняет сухую кожу и заботится о ней. Устраняет разные ранки, порезы, очень хорошо работает при ожогах, а также при солнечных ожогах. Имеет антисептические свойства, помогает быстрому заживлению ранок, имеет очень большой спектр применения. Это чай с марингой. Чай из листьев маринги улучшает работу мочеполовой системы, нормализует обмен веществ, снижает уровень холестерина и сахара в крови, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, укрепляет иммунную систему, а также служит для профилактики онкозаболеваний. Чай действует как антивирусное и антибактериальное средство. Он также способствует потере веса. Это для тех людей, которые хотят немножечко сбросить свой вес. Также употребление маринги значительно улучшает состояние кожи. Маринга помогает снять усталость, улучшает память и внимание, работоспособность и помогает противостоять нашему организму стрессам. Листья маринги помогают повысить также уровень энергии и поддерживать его длительное время. И следующий продукт, который компания для нас приготовила, это массажный крем. Он называется только массажный крем, но вообще для нас, для всех, это как скорая помощь в доме. У каждого партнера есть этот массажный крем. Почему? Потому что он, во-первых, многофункциональный. Он снимает головную боль, боль во время менструации, боль в горле, снимает боль в любой части тела,
снимает температуру, помогает при кашле, снимает усталость, помогает при отеке ног, лечит варикоз, снимает мышечную боль и суставную боль. Но еще хочу сказать, мои дорогие, что сейчас зима, и очень просто этот крем необходим, если вы, например, где-то перемерзли, вы пришли и натерли немножечко подошвы своих ног. Если у вас заложило нос и вы чувствуете первые признаки простуды, вам тяжело дышать, нос заложен, что мы делаем? Возьмите чуть-чуть капельку этого кремчика и чуть-чуть смажьте внутри носика и сверху гайморовой пазухи. Только при этом нужно немножечко закрыть глазки, минут 20, чтобы глазки у вас были закрыты. Вот, и все. Настолько вы сразу после первого раза, вы сразу почувствуете, насколько легче вам дышать. Вот эти первые признаки простуды, они просто у вас очень быстро начнут уходить. Итак, если вы, дорогие мои, являетесь партнером, и вы уже сделали регистрацию, это здорово. Но если вы первый раз хотите зарегистрироваться в нашей компании, и вам нужна в этом помощь, будьте со мной в любым удобным для вас способом. Присоединяйтесь ко мне в Вайбере, в Ватсапе, в Телеграме, в Скайпе. Пишите, звоните, мне нравится живое общение. Всю более подробную информацию вы можете посмотреть на моем сайте.